Многолетние беды жителей улицы Имама Шамиля в Сухуми, связанные с разливающейся по улице канализацией и разбитой дорогой, наконец-то закончились. Предприятие «Абхазавтодор» начало укладывать здесь асфальт. Сейчас укладывается первый слой асфальтного покрытия по всей протяженности дороги. А перед этим были проведены масштабные работы по замене канализационной магистрали. Вообще надо сказать, что это выстраданный объект в том плане, что он у нас в программе, по инвестиционной программе, сидел еще с 16 года. Вот. Ну, выяснилось, что нерабочим оказалась канализация. Вторично пришлось переделывать канализацию, поэтому сроки все затянулись, и объект стал переходящим. Переходящим на 17 год. С 17 года потом стал переходящим на 18-й. И вот мы сегодня стоим перед фактом. Произошло небольшое удорожание, потому что практически была перекопана вся дорожная одежда. Ее заново пришлось уплотнять. Появились дополнительные работы. Благодаря нашим стратегическим партнерам, они нам выделили аванс. И мы сумели приобрести битум, и вот начали продолжать работу. Данный объект по графикам должен быть сдан в августе. Но если нам не помешает чемпионат мира и граница будет работать хоть в каком-то режиме, и мы сможем завозить битум, то данный объект будет сдан не в августе, а чуть раньше. Жители Имама Шамиля не раз собирались на стихийные митинги, обращались в различные структуры. Но кардинально ситуация не менялась. Сегодня уже сложно и представить, что некогда эта дорога тонула в нечистотах и грязи. Теперь здесь сверкает еще теплый асфальт. Устанавливаются бордюры, которые, к слову сказать, в темное время суток некоторые нерадивые водители умудряются сносить. Честно говоря, уже и смешно от радости, потому что люди утром, я встал сегодня очень рано, и смотрю, уже соседи ходят по улице, дайте, говорит, свободно подышать, чтобы пыль не глотали. Дома уже мы чувствуем, что мы действительно живые люди и комфортно живем. Машина проехала, невозможно, было двери открыты, окна открыты. Вот какая погода, двери и окна у нас закрыты. Я думаю, что конец наших страданий пришло. Планируется уложить всего два слоя асфальта толщиной 7 сантиметров. Общая протяженность дороги более 1 километра. Следует отметить, что последний раз асфальт на этой столичной улице укладывали в 80-х годах. Потом не раз проводился ямочный ремонт, который хватало ненадолго. К пыли и грязи, разлетающейся в разные стороны, позже прибавилась прорвавшая канализация. В дождливые дни она и превращала улицу в одно большое болото. Я думаю, в течение 30-35 дней закончим. Маленькие проблемы есть, но все это помогает. С нами рядом стал это вице-премьер Шоуа Роман Юрьевич. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Спасибо ему огромное. И здесь жители очень довольны. Они видят, что действительно человек, как говорится, за свои слова держит ответ. Сметная стоимость всех работ более 19 миллионов рублей. Ремонт дорожного полотна проводится за счет средств, выделенных в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Также в рамках проводимых работ сотрудники «Абхазавтодор» привезли песок для детской площадки, которым позже будет засыпана игровая зона. Нисфарш Басаида Гухава, Абхазское телевидение.